Всем привет, с вами Рейдж, мне помогает Виталий Зоркин, и сегодня мы расскажем вам, как стрелять нурсами по технике, куда нужно целиться, как целиться и как наносить максимальный дамаг. Для начала расскажу, как целиться. На своем экране вы видите перекрестие по центру экрана и прицельную планку. Если провести между ними линию, то в центре этой линии будет находиться точка, в которую идут нурсы. То есть, если мы стреляем в точку, находящуюся по центру между этими двумя ориентирами, наши нурсы будут идти именно туда. Для того, чтобы уничтожить танк, достаточно попасть всего лишь две полные пачки нурсов. Я покажу вам несколько разных заходов на танке, по движущимся, по недвижущимся мишеням. И обратите внимание, куда я стреляю. Я стреляю в точку, находящуюся между двумя ориентирами: прицельной планкой и основным перекрестием. То же самое касается стрельбы по воздушным целям, например, вертолетам. Вертолету достаточно всего лишь одной пачки нурсов, чтобы умереть. Корова чуть-чуть потолще, ей нужно полторы пачки. Если вы все попадаете, она умрет всего лишь с полутора пачек нурсов. Это гораздо быстрее, чем уничтожать ВВХами. Обратите внимание, куда я целюсь. Я целюсь всегда в точку между двумя ориентирами. По движущимся мишеням необходимо брать упреждение, как в данном случае. Как вы видите, все те же самые две пачки нурсов, и танк погибает. А здесь мы будем заходить издали и двигаться, стрелять с упреждением по движущейся мишени. Конечно, в реальном бою, наверное, так не стоит делать, потому что есть большая вероятность, что вас попадут. Сейчас я это делаю именно для того, чтобы показать, как стрелять с упреждением. Теперь заход сверху. Все так же мы берем воображаемую точку, стреляем в нее, в точку между двумя прицельными, между прицельной планкой и основным перекрестием. Точно так же две пачки, и танк погибает. Причем обратите внимание, что сейчас я стреляю один, мне не помогает ганнер. С ганнером это было бы гораздо быстрее. Теперь стрельба издали. Как видите, цель находится очень далеко. Мы берем упреждение и точно так же вкладываем две пачки нурсов. Чуть-чуть нам не хватит, потому что все-таки часть нурсов прошла мимо. Тем не менее, 2,5 пачки, танк нет. Также необходимо знать важную вещь. Для того, чтобы хорошо попадать нурсами, нужно поставить управляемые снаряды. То есть это нурсы, которые чуть-чуть доводятся на цель. В особенности это помогает при стрельбе издали. Вот сейчас будет наглядно видно на Little Bird, куда именно идут трейсеры. Именно куда идет стрельба. Она идет в точку между двумя прицелами. Точно так же и на Little Bird, и на ударном вертолете все идет в воображаемую точку между двумя прицелами, либо прицелом и прицельной планкой. А дальше мы проведем несколько тестов, куда именно нужно стрелять танку для того, чтобы наносить максимальный дамаг. Просто послушайте запись, которую мы сделали вместе с Виталием. Сколько у тебя осталось? 44. Готов? Да. Сколько? 44. Значит, нурсами без разницы, куда стрелять. Ты попробуй с пулемета, ты сядь передо мной просто, и все.
Или Сашке позови. Ну давай с пулемета. Ты просто сядь, да? Сколько? 72. Чинись. О, 26, вообще навтыкал прям. Разница, да? Огромная прям, 26%. Это даже больше, очередь с пулемета в задницу урон наносит больше, чем пачка нурсов в ту же задницу. Ну да. Я даже не вычинился с одной горелки. Угу. Так, это лицо, да? Это перед. Сколько? 74. 74. Теперь из жопы пробуем. Подожди, я починюсь. Я понял, понял. Угу. Дым пустил. Нет. Вау. 28. Нормально ты в жопу, да? Вообще, ну, пердолил там. Давай в бок. Ща-ща, я не вычинился сюда. Ага, я понял. Угу. Есть? Да. Сколько? 59. То есть, получается, нечто среднее, да? Ну, что за такое, да? Теперь вы знаете, что стрелять нужно в воображаемую точку, находящуюся между прицельной планкой и основным прицелом. Что нурсами нужно стрелять просто в модельку, неважно куда, дамаг одинаковые. А вот пулеметом нужно стрелять именно в заднюю часть. Таким образом, мы наносим огромный дамаг и выключаем технику, буквально с одной обоймы. 26. Надеюсь, что помог. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. С вами был Рейдж. Всем счастливо. Пока.